Ильяс Шиналиев, Рустам, Архум, Монголия. Раунд 1. Пойдем в раунд. Ну, это уже тяжелее. Рама по своей категории. Там бы это соперник его здесь хороший или какого, да. Закончился первый раунд в красном плаваке. Кандидат мастера спорта из Кыргызстана Ильяс Шиналиев. 2001 года рождения, боксом занимается 6 лет. Чемпион Кыргызской республики 2019 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Джанабека Имагазиева. Айбекова. Заслуженных тренеров Кыргызской республики Джанабека Имагазиева, Айбекова Байсаякова и Магомаджана Ахмедова. Поехали дальше, друзья. Раунд 2. Голова работает, видите, легко. Ну,
Ильин Алиев. Закончился второй раунд. В синему углу отдыхает Харгулинг Амаров. Монголия. 1992 года рождения. Боксом занимается 15 лет. Чемпион Азии. Участник Олимпийских игр. Тренируется под руководством тренера Гангулда. Данным соревнованиям готовили Аброр Турсунбулатов, Эрден Баяр, Давен Керен. Thank you.
Of there.